Несмотря на капитанские погоны и принадлежность к МЧС, раньше тушить пожар Ольге Корякиной не приходилось. Ее зона ответственности – кадровая служба. Включила телевизор, и был репортаж о том, что сегодня день создания огнетушителя. И, ну, рассказали, какими огнетушителями лучше пользоваться. Я заметила, что для себя решила, что у меня порошковый, но не совсем подходит для использования, ну, для автомобиля. По дороге в одном из дворов Котласа женщина увидела клубы дыма. Полыхала припаркованная девятка. Вспомнив, что у нее есть огнетушитель, Ольга, не раздумывая, применила его для тушения огня. Автомобиль сначала заглох. Водитель попытался завести автомобиль. У него ничего не получилось. Через некоторое время стал выходить дым из моторного отсека. Так как мобильный телефон был в нерабочем состоянии, он побежал домой вызывать пожарную охрану. В итоге транспортное средство удалось спасти. Котлашенке Ольге Корякиной на оценку ситуации и принятие решения потребовалось лишь несколько секунд. Елена Кермич, Алексей Вачик, Регион 29, Котлас.